Господа, от лица посольства Республики Индии в Российской Федерации мы приветствуем вас на концерте индийской инструментальной музыки в рамках фестиваля Индии в России. С момента начала фестиваля Индии в сентябре 2018 года было проведено 30 мероприятий в 19 городах России, среди которых концерты инструментальной, классической, фьюжн-музыки, концерты различных индийских танцев, тематические выставки и даже кулинарный фестиваль. Сегодняшний концерт входит в заключительную главу фестиваля Индии в России и подводит итог грандиозной и красочной индийской феерии, которая пленяла жителей России своим разнообразием на протяжении полугода. Для торжественного открытия концерта я приглашаю на сцену генерального консула Республики Индии во Владивостоке господина Шубхама Кумара. Дамы и господа, почетные гости, друзья, добрый вечер. Я рад сегодня приветствовать вас на концерт популярной индийской инструментальной группы под руководством доктора музыки Сантурист Випул Кумар Рай. Друзья, этот концерт сегодня организован в рамках грандиозного фестиваля Индии, который происходит в 22 городах во всей России. С сентября 2018 года по марта 2019 года. Сегодняшние события действительно особенные. Этот концерт знаменует окончание фестиваля Индии в России. Друзья, у России и Индии давние и проверенные временем отношения. Наши отношения постоянно уникальны. Культурное сотрудничество является важной основой наших двух сторонних отношений. Она объединяет людей наших стран. Индийская культура, музыка и фильмы всегда были популярны в России. Мы очень этим восхищаемся, и я также рад отметить, что индийцы любят русский театр, литературу и балет. Сегодня мы рады приветствовать вашему вниманию концерт инструментальной музыки доктор Випул, один из лучших сантуристов страны. Я надеюсь, сегодня вам понравится этот концерт. Дамы и господа, позвольте мне также воспользоваться той возможностью, чтобы поблагодарить сотрудников Горского дворца культуры и правительства Хабаровского края за поддержку и содействие организации этого мероприятия. Позвольте мне закончить на словах благодарности. Желаю вам приятного вечера. Спасибо. А сейчас слово предоставляется начальнику управления культурной политики Министерства культуры Хабаровского края Наталье Алексеевне Лиховицер. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые зрители, гости. Позвольте мне от имени министра культуры Хабаровского края поприветствовать вас на концерте классической музыки, который проходит в рамках масштабного события, масштабного мероприятия фестиваля Индии в России.
жители Хабаровского края с большой теплотой и уважением относятся к культуре, к культурным традициям Индии. Индийские танцы, песни, музыка, как современная, так и классическая, индийское кино большой популярностью пользуются у наших зрителей. И сегодняшний концерт, я думаю, будет большим праздником для нас, любителей классической музыки. Я хочу поблагодарить посольство Республики Индии в Российской Федерации, Министерство культуры правительства Индии, Генеральное консульство Индии во Владивостоке за оказанную возможность проведения такого мероприятия. И я уверена, что такие мероприятия, они будут способствовать укреплению наших дружеских и культурных связей. А сегодня я желаю вам, дорогие зрители, приятного вечера, а нашим гостям творческого вдохновения и творческих успехов. Спасибо. Мы благодарим наших почетных гостей и представляем вашему вниманию обладателя престижных наград и премий доктора Бипула Кумара Рея, одного из лучших сантуристов Индии, и его коллектив. Доктор Рей имеет степень магистра в области классической вокальной музыки и докторскую степень Делийского университета по игре на сантуре, струнном музыкальном инструменте рода цимбал. Также Бипул Кумар Рей является основателем Академии исполнительных искусств Раганджали и занимается продвижением индийской классической музыки на мировом уровне. Сегодня шанс познакомиться с миром удивительной и ни на что не похожей индийской музыки представился нам с вами. И я предлагаю начать это путешествие прямо сейчас. Поприветствуйте, пожалуйста, наших дорогих артистов. Сегодня вы услышите музыкальные композиции, в основе которых лежат рага Раги Шри и Тхун Пахади. Позвольте мне немножко рассказать вам про эти жанры. Рага – это, с одной стороны, закрепленные традиции логарифмические построения, являющиеся мелодической основой индийской классической музыки. Европейским языком их можно описать как лад, элементы импровизации, темы. Каждая рага глубоко осмыслена и несет в себе конкретный образ. Есть раги, символизирующие весну, лотос, сезон дождей, дарящий жизнь, покой, любовь, радость, веселье. Исполнение раг приурочивается ко времени суток или года. С другой стороны, рага – это то, что рождается воображением музыканта в рамках заданной темы. Подобно холсту, разум слушателя под воздействием музыки окрашивается и наполняется образами, приводится в определенное состояние. Музыкант не выдумывает рагу, он открывает ее сам заново и открывает ученикам и слушателям, участникам музыкальной церемонии. Адхун – это жанр классической индийской музыки, традиция Хиндустани, основанный на народных или легких для восприятия мелодиях. И, как правило, дхун исполняется после раги. Ну а сейчас я передаю эту сцену и микрофон доктору Рея. Namaskar. Good evening to all of you. Здравствуйте. Добрый вечер вам всем. Respected Сиджи сэр and all ladies and gentlemen, I'm really happy to have with you. Уважаемый господин генеральный консул Индии, уважаемая Наталья Алексеевна, дорогие зрители, я очень рад вас видеть всех здесь, в этом зале. I want to explain a little bit the Indian classical music. It's a 2500 BC old. Я бы хотел немного рассказать вам об индийской классической музыке. Она зародилась в 2500 году до нашей эры. And the best way to listen is like meditative things.
In our first part, you can listen, like sometimes you can close your eyes and you can feel like meditative. И лучшим способом для того, чтобы услышать и понять нашу музыку, является слушать ее, погружаясь в медитативное состояние. Например, первая часть концерта, может быть, будет вам более близко и понятно, если вы закроете ваши глаза и будете как бы медитировать. Now I'm going to start our first composition. It's Alap. Alap means it's a combination of raga. It's an introduction, it's a personality. It's an evening melody raga. Ну а сейчас я хотел бы начать, и начну я с композиции, которая называется Алап. Это разновидность вечерней раги, которая является вступлением. In every composition I will try to explain just 30 seconds or 40 seconds to understand better. Перед каждым новым музыкальным произведением я буду немного занимать ваше время, 30 секунд приблизительно, чтобы немножко рассказать вам о том, что я собираюсь сыграть. Okay, so now I'm going to start our first composition, Raga Ragashi. Давайте начинать. Наша первая композиция Raga Ragashi. Thank you.
Такая замечательная музыка. Я надеюсь, что вы уже начали проникаться этой волшебной музыкой.
ваши аплодисменты, дорогие друзья.
Отсюда, дорогие друзья мои. Thank you.
наш чудесный концерт индийской инструментальной музыки. Во Владивостоке господина Шукшина Кумара для торжественного обращения цветов артистам. Для вас сегодня выступает доктор Бипул Кумар Рей, сантур, Саптак Шарма, табла, Майянг Раина, флейта, Сангам Кумари, танго. Дорогие друзья, вечера. До новых встреч!